Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Спустя столько времени вернулся на эту чертову работу, и на тебе, как меня встречают! Да если б я вас, ленивых задниц, тогда не загипнотизировал, хрена с два бы у нас были такие результаты! А ты думал, я шутки шучу? Руководство сразу вас заприметило, когда показали класс на третьем уровне! А? Нет, я не смогу, мне там точно конец! Все, иди уже работай! Ой, я... Как же так? Ой, мама, ради меня, просто что... Не на мне, держись! Это не страховой случай, не смей умирать! Все, заканчивай с работой и пойдем выпьем. Проехали, денег нет! Придется просто попить водички. Чё ты там? Меломия! Охренеть, лучше бы этого не видел. Мне больно! Больно! А что это? Отрава, снотворное, парализующий яд. Что может сработать? А, да пошло оно всё к чёрту! Жрецай сразу! Нет! Чего? Я же только что мусор вынесла. Где он? Коты уже растащили. Это что такое? Деликатесы. Ешь давай, ты же проголодалась. А? Вкусно пахнет. Нет, ну стой! Мяско! Нет, не надо! Для здешних ребят жирное мясо не более чем субпродукт! И этот кусок мне отдали почти даром! Это был мой ужин! Люблю мяско! Ах ты, зараза! Чтобы я не делал, все выходит боком! Эй, ты! Куда торопишься? Спасаюсь от монстров! Прекрасно! С твоей помощью я как раз выиграю время! Я из третьего подразделения! Приказ элитного работника! Выполняй давай! А может, ты для начала тон свой сменишь? Некогда языками чесать! Выполняй! Муравьи! Да быть того не может. Сами должны понимать. Он строчил привязаны к локации. Хоть под землей они сильны, на поверхность так сразу не сунутся. А? Чего? Я же сказал, не могу никого к вам послать. Информация еще не подтверждена. И, кстати, ты выполнил сегодняшнюю норму? Чего? Да какая тут нафиг норма? Так, а чем заняты мои рабочие? Пускай трудятся до самой смерти. Да что за мерзкий шум, черт возьми! Это что еще такое, кретины? Что за... А ты уродливее, чем я представлял. Заставляешь подчиненных работать, а сама только дрыхнешь. Значит, для этого и существует королева. Люди? Что это значит? Почему люди заодно с моими муравьями рабочими? Нами движет профессиональная солидарность. Чего? Правда, ребята? Права, равенство? Да что они вообще такое несут? Я сожру тебя! О, нет! Я проголодалась. Что? Ты? А, Риму? Ты...
Опа, еда. Еда, погоди. Еда, погоди. Хватит, остановись! Выхода нет. Съешь это и оставь муравья в покое! А почему? Он, а не я! Ты настоящий герой. А ты в хорошем настроении. Да, есть такое дело. Только прикинь, за изгнание муравьев меня представили к награде. Ого. И чтобы сообщить эту новость, ты повел меня в подземелье? Ты только подумай. Я так надрывался, что чуть не сдох. А они мне какую-то почетную грамоту вместо денег впарили.